праздника «Подвиг милосердия» в сквере Марии Рубцовой выставлен почетный караул из воспитанников военно-патриотического объединения «Сова». Здесь состоялась всероссийская акция «Свеча памяти». В этот день, 78 лет назад, была полностью снята блокада Ленинграда. Память героев почтили жители Химок, а также депутаты городского совета. Артур Каримов, Галина Болотова, Владимир Суслов, Татьяна Кавторева и Валентин Герасимов. В Химках стало доброй традицией чтить, наверное, этот день. Только русский человек, наверное, мог победить и столько терпеть, и стоять насмерть, и выиграть этот бой. Как бы ни старались фашисты травить, держать голодом. В нашем городском округе проживают десятки ветеранов-блокадников. Многие пришли в этот день к монументу, чтобы принять участие в акции. Акция «Свеча памяти» – одно из целого ряда событий в рамках проекта «Герои Химок». Его активными участниками являются депутаты Совета депутатов. В рамках движения общественной поддержки они в качестве волонтеров оказывали поддержку ветеранам, а позже при поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина был создан проект «Виртуальный музей». В нем удалось собрать уникальные материалы о наших земляках, участниках войны. Сегодня особый день. Мы благодарим всех тех, кто пришел на мероприятие почтить память тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Организаторы рассказали, что эта акция также направлена и на подрастающее поколение, ведь именно такие примеры героизма и самопожертвования должны воспитать в детях любовь к своей стране и научить чтить свою историю.